Начнем с самого главного в кемпинге. Вот душевая кабина. Итак, это кемпинг «Клевое место» за железнодорожными путями моря. Вот переход достаточно сложный, потому что еще и трасса. Очень дикая плотность заставки. Мы были очень сильно поражены, особенно людям, которые от себя отгоняли, чтобы, не дай бог, рядом кто-то с ними не стал. Вот такая вот постановка, она реально дикая. Но, видимо, место очень сильно востребовано. Мы первый раз тут летом, в пик. Значит, вот мы стоим. И там наш бусик сзади. Единственное место, которое освободилось, вот ребята с утра уехали. Значит, что тут есть? Тут есть электричество. Тут есть на входе магазинчики. Правда, они работают до 11. Барчик с разливным пивом. В принципе, вот такая вот ситуация тут происходит летом. Еще раз повторю, место достаточно востребовано. Это вид на лиман. В лимане вода намного теплее, чем море. И деткам раздолье на пляжике.